вот я сейчас стою возле памятника космонавтам, вот он, чтобы была привязка к местности. Спустился, тут такая лестница есть, но я сейчас засниму ее сверху. Вот на месте вот этой зарослей, в этой вот долинке, планируется создание грандиозного парка, макет которого я заснял в кинотеатре «Заря». Вот, в предыдущем ролике. Вот, это мост, такая, лестница такая интересная, ведущая ниоткуда в никуда. Вот тут поставили будку охраны стоянки автомобилей. То есть загородили мы. Мост, ступеньки, лестницу точнее. Тут уже все поворачивали. Все это, наверное, очень опасно для жизни. Ну, в общем, будем аккуратнее. Стараться быть поаккуратнее. Сейчас спустимся к парковому ручью и посмотрим, в каком направлении пройти. Потому что, если верить вот этому проекту, который я заснял, то тут скоро будет все очень-очень красиво. И вот этого всего безобразия лесного, сырого и грязного, не будет. Здесь будет чудесный парк отдыха для трудящихся города Калининграда. Потом, когда тут стройка начнется, я сюда тоже не попаду, соответственно. Она скоро, наверное, начнется, если верить смелым заявлениям людей из областной администрации. Вот, так что надо снимать пейзаж, пока он такой действенный, девственный, нетронутый. Ой. Почва тут такая илистая. Все проваливается. Ну, сейчас мы пройдемся. Сначала туда, в ту часть. Вот, еще раз тут проведу. Вот он, парковый ручей тут. Вот так вот тоже в своем таком, в грязном, полуразрушенном состоянии. Протекает. Заворачивает и течет туда дальше, в сторону парка Калинина. Пройдемся вверх по течению, поскольку там я не мог пролезть по объясненным мною причинам. Так, ну не знаю, стоит ли туда лезть. Вот сейчас я его хотя бы издалека попробую заснять. Вот. Тут вот вода, 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 вода. Ой. Ну. Совершенно дикая запущенная местность. Скоро ее будет не узнать. И вот таких кадров больше никто не снимет. Никогда. Может, на ту сторону сейчас попробую перелезть. Или там какое-нибудь подобие моста есть. Ох, лопухи какие. У-у-у, блин. Прямо как тропики здесь. Не, ну в ту сторону не перелезть. А еще только перепрыгнуть, но это уже все. Это уже за гранью моих физических возможностей. Ну, перепрыгнуть можно, только все переломаем, блядь, на той стороне. Сил-то хватит перелететь. А ну вот от остатки набережной, что ли, обрамление вот этого ручья вот еще есть. Вот остатки моста. Вот, вот он, мост здесь был немецкий еще, такой, перила остались, портики. Так, ой, блин, да, тут. Ох, как она чвякает, земля-то, а? О, и тут
На этой стороне тоже остатки того, что ручей был раньше облагорожен. Блин, а потом как я отсюда буду выбираться? Хрен его знает, ладно, пойду. Вот очередной приток. Не знаю, не знаю, как мне через него перелезать, но дальше, наверное, уже я не смогу пойти. Все, там дальше уже обрывистый берег. Уже не интересно. Ну, в общем-то, главное, пейзаж я заснял. Вот. Будем иметь в виду, что установку мы сняли перед тем, как она будет нарушена активным строительством.